Тем временем в Министерстве образования сегодня похвастались освоенными средствами Национального фонда. По программе «Нурлыжол» на подготовку кадров для индустриальной экономики было выделено 6 миллиардов тенге. На эти деньги на базе 11 вузов страны построено 47 лабораторий, две из которых медицинские. Кстати, там уже студентами выполнено почти 400 дипломных, 900 магистерских и свыше 40 докторских работ. А вот в медицинских лабораториях успели провести больше 20 клинических исследований. Эти деньги освоены в полном объеме. Эти деньги были предназначены в рамках реализации программы «Нурлыжол» на создание лабораторий в рамках программы форсированного индустриального развития. То есть это связано с подготовкой магистрантов, докторантов и проведением научных исследований для индустриальной экономики. То есть вот это все лабораторное оборудование именно предназначено для этого. Все деньги освоены в полном объеме, лабораторное оборудование установлено, оно функционирует. В настоящее время вот в рамках всех совещаний и поручений данных на комиссии при Нур-Отане за целевым использованием бюджетных средств мы все поручения исполняются. Но...